Всем добрый день! Сегодня мы с вами начинаем разбирать коллекцию премиум компании Faberlic. Каюсь, я немножечко задержала эти ролики, все потому, что у нас некоторая продукция уходит. И мы с вами будем разбирать только те косметические средства, которые у нас остаются хотя бы вот на данный период. И начинаю я свой обзор с моего любимого продукта. Вот безусловная любовь у меня — это пенка для умывания под номером 0303. Потому что у меня она появилась буквально с первого дня, когда у нас появилась эта коллекция премиум. И она у меня есть, и я надеюсь, что она у меня будет. Потому что лично для меня такого шикарного, равного ей продукта для очищения, для умывания просто не существует. И вы видите, она у меня не полная, она у меня такая уже БУ, ну потому что это действительно моя пенка, моя родная, я пошла, взяла из ванны, и ежедневный уход утром и вечером у меня начинается именно с нее. Потому что для меня эта пенка, ну, просто универсальный, идеально подошедший продукт. Во-первых, я ее позиционирую как продукт минимум 4 в 1. Объясняю. У нас любят производители косметики вот разделять. Вот это средство для демакияжа, то есть снимает макияж, а вот это средство для очищения. И народ у нас бегает туда-сюда. Для меня это продукт, вот хотя написано пенка для умывания, воздушная пенка для умывания. Для меня этот продукт и для демакияжа, и для очищения кожи. То есть эта пенка великолепно снимает даже самый стойкий макияж. Но, может быть, придется 2 раза умыться. И эта же пенка великолепно очищает мою кожу. Это один момент. Второй момент. Я жутко не люблю текстуры в виде молочка, всевозможных муссов, когда нужно с ватным диском вот снимать макияж. Для меня ценно, чтобы я умывалась с водой, это раз. И второе, чтобы это происходило как можно быстрее, это два. И вот эта пенка решает обе эти задачи. И вода, и очень быстро. Третий момент, то что эта пенка для меня универсальна. Она снимает макияж и очищает кожу век. Лицо, шея и декольте. То есть я просто тупо сажусь в ванну, выдавливаю небольшое количество пенки и за один раз умываю полностью весь вот этот вот участок своего тела. Причем ощущение очень комфортное. За что еще ценю эту пенку? За то, что после нее кожа настолько шелковистая, бархатистая и нет чувства стянутости. Если предыдущие коллекции люкс, кто помнит, жаловались иногда на то, что сушила очень кожу, то вот эта пенка очень комфортная. Ну, не то слово, невероятно комфортная. И можно было бы на этом, в принципе, сказать, ну вот все, умывайтесь и т.д. и т.п. Да? Но я вам хочу просто сделать некоторый акцент на составе. Во-первых, здесь помимо содиум лаурет сульфата, а не надо сразу падать в обморок и говорить, все, пипец, это катастрофа. Ничего подобного, ни пипец и ни катастрофа. Дело в том, что мы на самом деле умываемся пенкой, ну буквально, ну минуты 3. Это, наверное, самое большее. Я вообще за 30 секунд умудряюсь умываться. За это время содиум лаурет сульфат позволяет качественно убрать даже стойкий макияж. Даже стойкий макияж. А вот, это пенящая, вот, собственно говоря, очищающая основа. Дальше, диметикон, который получен из подсолнечного масла. Он не только здесь как вот стабилизатор вот этой текстуры, да, как вот маслянистая, абсолютно безразличная нашей коже, субстанция, но он еще работает как вот увлажнитель, поэтому бархатистость после применения. Дальше у нас присутствует глицерин, у нас присутствует витамин В5, пантенол, да, но у нас присутствует вот такое растение, как тропаеолум майус. Это экстракт настурции. И здесь присутствует в этой пенке запатентованный компонент, который называется оксижескин. Из вот этой самой настурции этот компонент запатентовала и разработала компания Ericsson Laboratory, Франция. И этот компонент позволяет нашим клеткам кожи приспособиться к гипоксии, то есть к недостатку кислорода. Это настолько важно в условиях промышленности, промышленного города, в условиях городской среды, в условиях, когда жара, когда асфальт, или когда пыль, когда грязь. Да, собственно говоря, главное — нехватка кислорода. И в сочетании с аквафтемом, здесь TH-комплексом, вот эта даже пенка, которой мы просто умываемся, она преображает нашу кожу. Поэтому пенка позиционируется для женщин со зрелой кожей, начиная с 25-летнего возраста, когда у нас уже тусклый цвет лица, когда у нас стресс, когда мы замучены, когда у нас первые мимические морщины и так далее и тому подобное. То есть не только очистить, не пересушить, да еще и поухаживать. Но я вот что еще скажу. Этот экстракт настурции обладает противовоспалительными свойствами. И он...
рекомендуется для жирной, проблемной угревой сыпи. Он в то же время рекомендуется для очень чувствительной кожи, поэтому наша пенка, она очень универсальная. Она годится для очень сухой, чувствительной, раздраженной, аллергической кожи, в то же время она годится для кожи с угревой сыпью, для кожи с жирной, для кожи с расширенными порами, проблемной. То есть абсолютно универсал. И когда умываешься, ты чувствуешь не только вот бархатистость кожи, но и матовость, легкая матовость. Но, кстати, обладательница жирной кожи замечает, что меньше лоснится и жирнится. Так что вот такой вот у нас сказочный состав в этой пенке, настолько она комфортна. Я вам сейчас покажу. Вот, пенка сама по себе жидкая, да, но когда мы умываемся, мы нажимаем на дозатор, у нас образуется вот такая вот воздушная пенка, которая обладает потрясающим ароматом. Кстати, забыла сказать, что аромат нам какой-то там известный французский парфюмер разработал. Поэтому это настолько роскошный уход, премиальный уход. И действительно, если пенку непредвзято посмотреть, то аналогов и поискать, искать. Да, и, кстати, что я хотела сказать, пенка очень экономна. Мне, например, хватает пенки для умывания с тем, что, еще раз повторю, я умываюсь и утром, и вечером. Мне хватает в среднем, в зависимости от стойкости макияжа, были ли там у меня тени, тушь ли, карандаш, мне хватает, ну, минимум на 4 месяца, минимум. А так, в среднем у меня 5-6 месяцев эта пенка. Ну, вот она у меня куплена еще... где-то вот в феврале месяце, сейчас сентябрь, можете сами представить. Вот такой вот роскошный уход. Да, и поскольку в этой коллекции у нас нет своего тоника, то лично я сейчас взаимодополняю эту пенку тоником из коллекции Вербена. Вот, но вы можете тоник использовать из любой другой базовой коллекции. Так что вот такая вот у нас потрясающая пенка коллекции премиум. Пенка, которую можно выдернуть из этой коллекции, применять с другими косметическими средствами, но которая нам гарантирует шикарное очищение нашей кожи.